опять Кэтлин Тугас. Тугас назад. Цацина. Бросок, и шайба оказывается в воротах. И вот здесь не заметила. Вот именно вот этой первой фазы броска, когда шайба от крюка отрывается. Мощнейший бросок Ирины Цациной. И шайба оказывается в воротах. Третий гол. Третий гол и 11-е набранное очко Ирины Цациной за Куньлунь Ред Стар. Ее 20-я игра за китайскую команду. Третий гол. Ну вот, надо сказать, что этот сезон начинала она в команде СКСО. Провела там 7 матчей. Одна была заброшенная шайба. И вот переход в Куньлунь Ред Стар.